Люська. Там все, все поддержали Люсю, награды Московского фестиваля. Владимир Владимирович, поздравляю вас с победой. И Люсю, дети, с Богом Путина. Поздравляю вас с победой. Сегодня Люсю, Майдан, фестиваль, вся Московская. Дорогая, я тебя поздравляю, тебя объявили, что Владимир Владимирович Путин с триумфальной победой Владимира Путина. И с большим отрывом вообще, кандидатом. Так что поздравляю тебя, Людочка, алло. Ура, победа, так что голосовали очень успешно за Владимира Путина. Молодцы, Лена, Дима, Ольга Игоревна и я. Людочка, ну я тебя целую, обнимаю, Ульяна, Ванечка, Серафима, все мы запустим. Людочка, ну все, целую тебя, поздравляю тебя. Ну давай, ура, победа, целую. Поздравляю вас с триумфальной победой двух президентских сроков Путина Владимира Владимировича в 2018-2030 годах. Инаугурация Путина Владимира Владимировича лучшего в мире 7 мая 2018 года с высшими наградами Московского кинофестиваля. Слава, честь России, высшие наградные ордена Единой России, Отечественный полк и честь. Веру славу России, выше наградные грамоты имени святых князей Владимира Крестителя и святого Симфитрия Донского, всех градусов Марса, с высшими наградами чемпионата мира по футболу Владимиру Владимировичу Путину, двух президентским сроком Путину Владимиру Владимировичу, 2018-30 года, тандему самому лучшему в мире Владимировичу Путину, Леонидовичу Медведеву, партии Единой России и Народный фронт, армия ВДФСБ, полиция России в лучшем мире, операция российской армии в Сирии в лучшем мире, Колокольцеву, Бортникову, Шойгу, Собянину, Полтавченко, поддержал Михаил Федорович мирового кинематографа российского. Ура! Победа! Наша Россия, наш президент. Наград с праздниками. Пойдем по красной дорожке. Пойдем на ступеньке. Наша Россия, наш президент. Вас наша сила, право и честь. Слава России, слава и отвага. Защитит всегда и верность долгу. Московский кинофестиваль лучший в мире. И верность долгу воинской присяги. Штандарт при армии пока. Мы не Нестор Митвинский, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Кимовна, Елена Петровна, Ильяне Максим, Иван Максим, Дмитрий Петрович, Серафима Дмитриев, Виктор Владимир, Майя Стелла, Алексей Мария Владимир. Поздравляю, Вова, давай, интервью, Вова. Комментарий, Вова. Давай, комментарий. Москва, Петербург, все вас любят. Поздравляю. Россия, вперед. Наша Россия, наш президент. Вова, комментарий. День какой сегодня? Расскажи. Замечательный солнечный день. Россия лучше всех. Москва, Петербург, мы все вас любим. Ура! 1 мая, 9 мая, День Победы, бессмертный полк. Вова, еще давай. И мы тоже. Ура! Победа! Ура! Мы Нестор Метлицкий, Людмила Федоровна, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Игоревна, Людмила Грамовна, Елена Петровна, Ульяна Максим, Ван Максим, Дмитрий Петрович, Сергей Марина. Ура! Мы все на два президента срока. Путин Владимир Владимирович, 2024 года. О, подними руку, Вова. Ура! Молодцы! Победа! Вова, еще! Вова, снимай, снимай, лодка, Вова! Вова, еще, руку подними, Вова! Комментарий. Давай. Интервью. Все, молодец. Все, давай, я целую. Все, давай, целую. О, давай, целую. Ура, победа. Держи. Фестиваль. Там заход, там, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь проходит. Путин, любимые все народы, народов, в лучшем мире, и верят.
Я Россия, народ, я прошу. Наша Россия, наша нет. Ваша Россия, управа честь. Поздравляем, все побежали. С той стороны иди. Участники, давай. Ты отсюда, да? Участники, да. Все участники. Владимир Владимирович Путин, просим вас. Да, да, пойдем. Владимир Путин, просим вас. Вместе, Владимир Владимирович, Алексей Николаевич. Победу президентского срока Путина Владимира Владимировича. 2018-24-й года. При Московском фестивале Путина Медведя. Инаугурация Путина Владимира Владимировича 7 мая. День Победы 9 мая. Московского международного фестиваля вышла слава честь России. И Россия, отечество, долг и честь, за единство, веру, славу России. Вышли наградные грамоты имени Владимира Престижа Святой Руси, Дмитрия Ростова, маршала Жукова. Жукова, гражданами мира, Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне Путин, Светлане Владимировне, Елене Севедельевне, Сергею Севедельевне Собянину. Героям армии ФСБ МВД, полчавчика, лучшей мире, Шойгу, Герасимову, Вахин, Антонову. Давай, наша Россия, прощай, прощай, наша Россия, вот, давай. Ура! Еще, Россия великая страна, наша Россия, наш президент. Наша Россия, 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 наша Вот, иди, дальше быстро, не иди, вот, не иди, быстро, не иди. И слава и отвага, сразу раду, да, идите всегда. Сюда, в воинской присяге, все в мире, долгу, в воинской присяге, штата. Армия Николаевна, Владимир Владимирович, Николаевич, Владимир Николаевич, Людмила Рамовна, Людмила Игоревна. Виктория Владимировна, в какую погоду нас гуляет. Да. Поздравляю, Вова, давай. Да, поздравляю. Интервью давай, Вова. В какую погоду нас гулять? Давай, на камеру, несколько слов. А кино. Ребята, побежали. Поздравляю. Да. Россия, Россия. Россия, президент. Ваш. Замечательный солнечный день. Россия, давай. Всех комментарий. Москва, Петербург, все в клубе. Ура! И 9 мая тоже. 9 мая. Днем Победы. Поздравь, Бог. Да, я буду тоже съемки делать. Ура! Победа! Участниками, зарубежными, отечественными, на московском международном фестивале Наша Россия, наш президент, наш сил, право, честь, написал я в 17 лет, да? Или 18? Интервью, давай. 16 лет написал. Комментарий. Короче, надо только погоду днем Великой Победы, днем инаугурации 7 мая. 7 мая, у нас Владимир Путин. Майские праздники, отдыхать на природе. Что я и буду делать? Я буду в майские праздники отдыхать на природе шашлыком. Шашлык. Упала, был палат. Как настроение, комментарий? Скорее всего, я в доме буду спать. Палат? Ну, в этом, в деревенском. Медведенко, Володин, Войнов, Пескову. Матвиенко, героем нашей Родины. Наша Россия, наш президент, ваша сила, правитель. Московский вооруженный фестиваль, лучший в мире. Фестиваль, лучший в мире. Слава, честь России. Торжество проходит. Говори, говори. Коллектив. Коллектив. Который из одной организации. Коллектив хороший, да. Российская организация. Коллектив. Да, коллектив хороший.
Владимир Алексеевич, президентом Владимировича Путина, человеком, миротворцами, Владимировича Путина, политиком, миротворцами, защитниками, кинозвездами, политики, экономики, науки, кино, литературы, искусства, литературы, живописи, музыки, спорта, обороноспособности, здравоохранения, соцзащиты, всех областей, во всех областях, русской православной церкви, пасхального фестиваля, патриарх его святей первосвященства Кирилл, Срока Путина Владимира Владимировича. 2018-2024 пойдем. Пойдем сюда. Силу правой честь. Раз карантин. Раз карантин. Силу правой честь. Временами отключать. Временами отключать. Президенту желательно гранты срока Путина Владимира Владимировича. Гран-при Московского фестиваля, Путин Медведев. Гран-при Московского фестиваля, Путин Медведев. Поздравляем, поддержали два пресс-срока Путина. Поздравляем вас. 2018-2030 года. Поздравляем! Россия, вперед! Отчет правительства Владимира Владимировича Путина в виде отборча Медведева празднично, торжественно проходит лучшее в мире. Владимир Путин, президент, любимый всенародный. Тендем Путин-Медведев, лучший в мире, Единая Россия, народный фронт. Поздравляем! Ура, Россия, вперед! Все высшие награды Путин-Медведев, героем России! Ура! Прекрасно. Вклад этого сектора также вырос до 22,3%. Но понятно, что это еще не та цифра, которую все мы хотели увидеть. Расширяется доступ малого и среднего бизнеса к деньгам. Ставки по кредитам снижаются не только из-за низкой инфляции, но и благодаря развитию национальной гарантийной системы и субсидированию кредитов МСП. Сейчас небольшие предприятия могут привлекать кредиты по ставке не выше 6,5%.
Общий уровень финансовой поддержки малых и средних предприятий в 2017 году составил 234 миллиарда рублей. Это качественный новый уровень и создан гарантированный рынок сбыта для малых и средних предприятий. Это закупки крупнейших заказчиков. Что же касается поддержки называемых микропредприятий, чем интересовались коллеги из «Справедливой России», по нашему законодательству они относятся к категории малых предприятий. Это основа сектора МСП, порядка 95% общего числа предприятий. Так что все эти решения, о которых я говорил, они, конечно, касаются и вот этих самых микропредприятий. Этот список, во-первых, с каждым годом расширяется. Я сказал, что он увеличился еще на 100 единиц. Во-вторых, эти жизненно необходимые лекарственные препараты, они в значительной степени теперь выпускаются в Российской Федерации. 84 или 85% этих препаратов выпускается в России. Прекрасно, поздравляем. Прекрасно, поддерживаем. Поддерживаем. Препараты становятся ниже, если сравнивать с покупкой подобных препаратов. Завершал отчет, отвечал своим товарищам, своим коллегам, оппонентам, руководителям фракций, комментировал такие наиболее яркие, искренние, острые выступления. Они действительно яркие и острые, и интересные. Я сегодня это делать не буду. Мы все с вами очень разные. Это хорошо. В то же время все присутствующие в этом зале в чем-то очень близкие люди. Почему? Мы все вместе с вами по-разному, но тем не менее искренне хотим процветания своей страны. Правильно, поддерживаем. Россия, вперед! На нас два президента Европы, которые мы не будем владеть. 1920-30-е годы. Прекрасно! Поздравляем! Наша Россия, наш президент, возродила право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа России! На века. На ура, ура, ура! На общем государственном референдуме россияне дружно заявляют «да».
Наш подвиг из Христоса, Божьей Матери, Святая Благодать. Тех христиан благословляет за два предметки срока голосовать. За два предметки срока Путин Владимир Владимирович, 24-30 года. ТД Путин, Медведев, Единая Россия, Народный фронт, лучшие награды. Медведев, Герой России. Героем армии МВД, ФСБ, Полиция России, в нашем мире. Поздравляем! Ура! Исчерпано. Еще раз хочется передать слова благодарности тем, кто на протяжении вот этого длительного времени работал на страну, работал вместе с нами. Спасибо, Дмитрий Анатольевич, спасибо. Россия вперед! Спасибо вам большое за совместную работу. Спасибо. Слава! Ура! Ура! Владимиру Владимировичу Путину, Игорю Анатольевичу Медведеву, Володину Матвиенко, героям России! Ура! Победа на века! According to recent research, every second citizen of Russia goes to see Russian movies. And we know that. And we know that. Самый лучший день в мире. Я тебя ваши правды.
Защитники страны, все берут МВД, и армии, и Всеобщая победа, мировой успех. Величайшая звезда. Поздравляем. Поздравляем. Очень увлекательно. Все участники, все участники, как это завтра.
Ракеты, самолеты, подводные лодки, новые космические корабли, российское военное вооружение, лучшее в мире. Наша Россия, наш президент, поздравляю вас с 9 мая, с наступающим праздником 9 мая, днем Великой Победы, с днем инаугурации 7 мая 2018 года Владимира Путина, день Победы 9 мая, 1 мая, бессмертный полк. Бессмертный полк. 1 мая. И гран-при Московского кинофестиваля. Гран-при Московского фестиваля. Слава честь России. Нобелевский премии всех стран континента. Герой Путин и Медведев. Россия лучше в мире. Госдума Совет Федерации. Госдума Совет Федерации. Путин и Медведев. Медведенко, Володин, Войну, Пескову. Матвиенко. Героем нашей Родины. Наша Россия. Наш президент. Ваша сила. Московский вооруженный фестиваль. Московский международный кинофестиваль. Лучший в мире. Слава честь России. Лучший в мире. Слава честь России. Торжественный праздник проходит. Торжественно проходит. Владимир Путин, народные, все высшие награды, гран-при Московского фестиваля, фестиваля славы и честь России, высшие наградные ордена, Единая Россия, Отечество, долг и честь, единая вера, слава России, высшие наградные грамоты, имени святых князей, Владимира Крестителя, Святого Руси, Дмитрия Донского, Вашего Зюкова, Владимира Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, Нобелевские премии мира, всех стран, всех континентов, Путину, Владимиру Владимировичу, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, близким героям армии МВД, Федерации Федерации, президента Панфиловой Александровне, наша Россия, наш президент, наша сила, правая честь, ура, ура, ура. Великая победа России, мы назвали вас главными мировыми, главным, самым влиятельным президентом Владимиром Путина, человеком, миротворцами, Владимиром Путина, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, политиком, миротворцами, защитниками, звездами, политики, экономики, науки, кино, литературы, искусства, литературы, живописи, музыки, спорта, обороноспособности, здравоохранения, соцзащиты. Всех областей, во всех областях, во всех областях, русской православной церкви, пасхального фестиваля, патриарх его святейшего Ярославия Кирилл прекрасно благословил два прихода срока Путина Владимира Владимировича. На Московском фестивале были, вот, в Доме кино, знаете, очень интересно, вот, и там засняли Михалкова, вот, Никиту Михалкова, вот, и химчатики поддержали два президентских срока. Да, сейчас я тебе скажу, два пресс-срока поддержали, 2018-2030 года, и выше награды будем идеем Героям России. Вот.
Владимир, представитель святого учредителя Донского маршала Жукова, Сергия Радонежского маршала Жукова, Владимир Чуков, маршал Дочин, Зведеву, Дутин, Дмитрий Анатольевич, Зведеву, Дмитрий Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, Светлана Владимировна, Сергей Сергеевич, Татьяна Алтавченко, Алтавченко, Колокольцеву, Шайкову, Шайкову, Герасимову, Вашингову, Рудскому, Рудскому, Коношенко, Машенко, Пучкову, Пучкову, Медведенко, Киенко, Войну, Володеву, Неверову, партии Единой России, Викунину, Петрову, Ванякову, Жукову, Виноградову, Татченко, Сирицыну, Урлапову, Цыбину, Цыбину, Александру, Александру, Шулину, Шулину, Михалкову, Михалкову, Славинскому, Медведенко, партии Единой России, Родина, у меня. Давай. Это я сейчас дам. Давай. Это оборот. Давай, ты меня снимаешь. Ну, давай. Наш Россия, наш президент, вас на силу, право честь. Ура, 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 великая победа России на века. Наша Россия, наш президент, вас на силу, право честь. Поздравляем, много счастья, здоровья, успехов, вам желаем. Ручка любовь ненаглядная, сейчас вот идет отчет правительства в Госдуме. Президент России Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, все поддерживают победу Путина Владимира Владимировича. Людочка, я тебя наша поздравляю. Наша Россия, наш президент, вас на силу, право честь. Ура, 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 великая победа, Россия на меня тоже фотографировал на фоне участника фильма. Вот участники фильма, вот стоит актриса, меня сфотографируют. Да, 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 да. Президент, классно, сил, слава, честь, ура, ура, ура. Великая победа, Россия на карте, поздравляем. Вашим гением. Благодарю вас. Будьте любезны, несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, как пошла работа над фильмом? Давай, Володь, вставай. Снимай. Снимай, давай. Сейчас. Владимира Владимировича, 2017-2024 года, всему российскому народу, за то, что он так много перенес, перешил блокаду Ленинграда,
Я держал великую победу в той войне. Господь Иисус Христос, только Божий, Божий Мать, все высшие награды, Господь, не доставались. Слава честь России. Владимир Владимирович Путин, Владимир Анатольевич Мангель, Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, Светлана Владимировна, Алло, Лен, привет! Лену, я тебя поздравляю! Поздравляю вас, эти картины замечательные, но мы тоже собрали. Всех удержали победу, удержали победу. Замечательным фильмом. Несколько слов. Нельзя вас несколько слов? Скажите, пожалуйста, как шла работа над фильмом? Спасибо. Спасибо. Благодарим вас. Спасибо. Все выдержали два президентских срока. Путину Владимиру Владимировичу. 2017-2024-2030 года. Все очень похвалы. Московскую кинофестивали. Путину Медведеву, Герой Мана. Спасибо. Благодарим вас. Было радостное чувство видеть уважаемого господина президента России, верховного командующего Международного съезда России Владимира Путина на Московском международном фестивале в Кремле и создавать, что на земле два президентских срока Владимира Владимировича 2014-2020 года самый лучший в мире. Поздравляю вас, тоже благодарим. Все поддержали два президента. Владимир Владимирович, победа на века. Россия – это мессия, ярчайшая звезда. Россия – это всесильная, во всем везде всегда. Небоскребов немного. Россия – ярким звездам. Мы победим в этом двум президентским срокам Путина Владимира Владимировича. Служить отчизне, да, слава Богу, будем
будем все вместе. Московский международный фестиваль «Самый лучший в мире» праздничный торжественный проходит. Владимир Путин, президент Любимый Всенародный, всевышний награды Московского международного фестиваля «Гран-при» Московского международного фестиваля. Путин и Медведев, Михаил Богу, герой России. Ура, победа на этап. Поздравляю. Ну, вообще, тоже меня сфотографировал. Много счастья, здоровья, успеха. Вам желаю. Президент России Владимир Путин. Народный президент, самый лучший в мире. НДР. Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, партия «Единая Россия» на Рене. Единогласный, да, Россия, Россия. Да. А где Сарик? Ура, ура, ура. Великая победа. Россия на века. Поздравляю. Много счастья, здоровья, успехов, да, все ваня. Ну, я тебя поздравляю. Сейчас идет отчет правительства. Вот все поддержали победу Путина на выборах. И Путин Медведев получил медаль. Леночка, я тебя поздравляю. 2018-2030-2030. Людочка, любовь ненаглядная. Сейчас вот идет отчет правительства в Госдуме. Меня Анатольевич Медведев. Все поддерживаем победу Путина Владимира Владимировича. Людочка, я тебя поздравляю. Ага, давай, целуй тебя, давай. Спасибо, вперед. Поздравляю вас с прекрасной картиной. Несколько слов. Как шла работа над картиной? Будьте любезны. Очень увлекательно. С родными людьми. Спасибо вам огромное. Несколько вам богов. Все поддержали вам детский срок Путина Владимира Владимировича. Гран-при Московского фестиваля Путина Медведева. Поздравляю. Московский международный фестиваль «Самый лучший в мире». Праздничный, торжественный проходит. Владимир Путин, президент Любимый, всенародный, всегда с народом. Наша Россия, наша Россия, мы не терминистики, Владимир Владимирович, Андрей Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Ремона, Елена Петровна, Юлиан Максимович, Иван Васильевич, Дмитрий Петрович, Серафим Дмитриевич, Виктория Владимировна, Марина Владимировна, поздравляю вас, уважаемый господин президент Владимир Путин, с вами победой на выборах, Московский международный фестиваль праздничный, торжественный проходит. Владимир Владимирович Путин, президент, любимый всенародный, всегда с народом. Наш Россия, президент, вас наш Россия, право и честь. Ура, 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 великая победа России. На этом поздравляю настоящую инаугурацию 7 мая. 7 мая нашего года Владимировича Путина. Днем победы 9 мая. Первомайской манифестации. Днем победы 9 мая. Гран-при Московского фестиваля Владимира Путина, награды Владимира Путина, Владимира Владимировича, 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 Владимира
мире, где лучше мире. Культура, обороноспособность. Всем странам надо сотрудничать с Россией, дружить. Как можно больше, как можно больше вкладывать инвестиции. В России Россию управлять. Двойные стандарты западной станции надо отменять. Стандарты западной станции надо отменять. Все свои усилия с Россией объединять. Россия Путин Медведева, Единая Россия народа. Вот вас всегда благодать. Кинематограф самый лучший в мире. Жюри московского кинематографа, Михалков, самый участник, поддержали 20-го, 11-го, 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 жюри московской. Поздравляем вас. Все участники поддержали 2 пресс-срока Путина. Спасибо. Усилить давление на Россию, на нашу страну, на ее предприятия. Горбину, Колокольцеву. Володина, Матвиенко, Путина, Медведева, Володина, Матвиенко. Войно, Пескова. В условиях именно такого. Шойгу. Герасимову. Бортникову, Колокольцеву. Антонову. Предприятия являются единственным местом. Нашенкову, Рускому. Герасимову. Они обеспечивают фактически... Романову. Город. Романову. Речь идет о многотысячных трудовых коллективах, о зарплатах людей, об их семьях. Их жизненный... Ловцовый, Голодец, Бабкович, Ванялову, Володину, Матвиенко, Матвиенко, Турчаку, Неверову, Зубову, Юрову, Исаеву. На неприкрытые лоббизмы США своих интересов. Сирицыну, Дерендеву, Александрову, Красных, Брюкову, Кушулину. Уважаемые коллеги, Дмитрий Анатольевич. Якунину, Нурмакову, Нурмакову, Клавекову, Акубекову. Спасибо, правая честь. Поздравляем. Московский народный фестиваль лучший в мире. Подарки президента пожелайте доброго здравия. Гран-при московский 2 президентских срока Путину Владимиру Владимировичу. Гран-при московский фестиваль. Гран-при московский фестиваль Путину Владимировичу. Сей гудвот эбаут Москва фестиваль. Гран-при Путин Медведев. Friendship. Поздравляем вас. Все участники поддержали 2 пресс-срока Путина. Гран-при Мы с вами уже знаем, сколько еще есть проблем, которые нам нужно
Крещение Руси, понимаешь? Забыл. Алло, алло, сегодня день моего культа, крещение Руси. Поздравляю с праздниками. Поздравляю. Крещение Руси, ура. Поздравляем. Поздравляю. Вау, поздравляю. Президентский срок Путина Владимира Владимировича. 24-30-й годы. Студент Путин Медведев. Победу на века. Один Россия народный фронт. Госдума. Совет Республиканов. Федерация Федерации. Президенты на всех фронтах. Форумы выборов. Всегда побеждают и будут побеждать. И будут побеждать всегда. Нас ко многому обязывают. Нам необходимо сделать все, чтобы улучшить жизнь людей. Правильно. Правильно. Поддерживаем. Поддерживаем. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, уважаемые члены правительства, которые присутствуют в нашем Раса! Спасибо вам за конструктивность. Ура! 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 Россия ведет Медведева, всех уверенно ведет вперед. За два президента, срока Путина Владимира Владимировича, 24-30-е годы, российский весь народ, президент Путин Медведев, один российский народный фронт, вся планета, весь российский народ. И мы не Сермитлинский, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Серафим Андреевич, Владимир Владимирович, Крещение Руси, ВМС, ВДВ. Алло, алло, сегодня день моего культа, крещение Руси. Поздравляю с праздниками. ВМС, поздравляю. Крещение Руси, ура. Поздравляем. Поздравляю. Вау, поздравляю. Поздравляю, крещение Руси. Поздравляю с праздниками, ВМС, ВДВ. ВМС, ВДВ. Армия России в лучшем мире. Самый лучший президент Владимира. Прекрасно. Россия, вперед. Россия, наверняка. Слава. Наша Россия, мечта. Поздравляем! С праздниками! Голосуй за два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012-2014 года. На пост председателя партии России Медведев Дмитрий Анатольевич. На пост председателя партии России Медведев Дмитрий Анатольевич. С праздниками! ВДВ! Учение России! Армия России лучше в мире! Ура! Победа в ВДК! Россия вперед! Александр Александрович, желаю
Ура! Прекрасно! Поздравляю! Кинематографа регионов России. Сегодня мы показали картины, снятые в Якутии, в городе Иване, в Сызрани, в Екатеринбурге и многих других городах России. Сегодня у нас день российских регионов. Фильм «Непрощенный» сделан московской съемочной группой. Но они снимали его в Владикавказе. Он герой, живущий в Владикавказе, тоже будет Вот так, понимаете?